Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения актера, певца, поэта, кумира многих поколений Владимира Высоцкого. Десятки ролей в кино и театре. Билеты на спектакль с его участием на сцене легендарной «Таганки» было не достать. И, конечно, стихи и песни, которые были невероятно популярны. Официально они не издавались, но звучали в каждом доме. Судьба отмерила Владимиру Высоцкому всего 42 года. Короткая, но невероятно яркая жизнь. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь. И в честь юбилея сегодня в программе «Пусть говорят» воспоминаниями о Владимире Высоцком поделятся женщины, которые были рядом с ним в разные годы. Смотрите в 19:50. А еще творчеству Высоцкого будет посвящен субботний эфир Первого канала. Весь день мы будем показывать фильмы, в которых он снимался, и новые ленты о нем. Например, картина, названная киносенсацией «Высоцкий. Спасибо, что живой». В основе реальные события.